Ну, чё, блин, ну парковка, даже не припарковаться, а? Не припарковаться, вот смотри, вон место, вон место. Да здесь неудобно, блин, поближе к кинотеатру. А он с прохладненько. Да, вот здесь вот как раз вход, вот здесь вход. Чё, жизнь вот. На грани? Справа. Пошли. Ну, давай вот, давай вот сюда. Давай сюда. Так. Ну что? Слушай. Говорил, клево, я в интернете читал, фильм классный. Хороший? Посмотрим. Ладно, поехали, посмотрим. У нас еще есть? Сколько? Ну, 10 минут. 10 есть. О, Вадик, девчонка выходит. О. Вадик. Под кино все-таки или как, а? Слушай, смотри, какая прик. Ну-ка. Смотри, как. Вадик, слушай. А, значит... Надо с ней познакомиться. Она, интересно, она может быть, она тоже кино, а? Слушай, может. Так подожди, а что она такая, Маша? А что тогда Маша не закрыла? Где? Вадик, я точно! Смотри, слушай. Ну и нафиг, подойдем в кино. Смотри, она машину не закрыла. Сейчас подходишь, открываешь машину, ложишься в багажник. Она выходит из магазина. Наверняка сумочки в багажник. Открывает багажник, ты... Хопа! Здрасте, я Вадик. Я здесь живу. Я теперь здесь живу. У меня другая была, ну ладно. Это покруче. А что у тебя было? Да там хотелось. Давай, давай, не. Не, ну в кинотеатр. В кинотеатр это в кинотеатр. Давай, если она не закрыла, значит скоро вернется. Давай. Давай, слезай. Слушай, Серега, сними все это, как он будет. Давай, я сниму сейчас. Нет. Да. Смотри, точно не на себя. Давай, залезай. Yes. Давай, залезай. Давай, давай. Так, ну а когда она вернется? Сколько нам теперь тут сидеть? Надеюсь, она не в кино пошла. Да не, машину бы закрыл по-любому, значит, сейчас вернется. Ну, давай, садись, погреемся. Так, ну давай. Слушай, ну что, может, я пока выключу, а, камеру-то? Да выключай, конечно, батарейки не сажай. Давай, ладно. Слушай, ну хорош уже ждать. Может быть, сказать ему, что вылезал, но это уже очень далеко, уже очень долго. Я не знаю. Слушай, езди, я не снимил, как он чужой башник, алкашники. Давай, хорошо. Давай, давай. Что, не видно здесь на тебе? А, вон он. Как себя чувствуешь, там уже... Эй! Ой, ой, она не одна, она же была одна. Сюрприз! Какой сюрприз? А, молодой человек, извините, это, ну, мы просто снимали сюрприз, хотели снять для... Это наш друг просто, он реально. А что, почему он у меня в машине-то? Ну, девушка, ну, такая, ролик, так, у меня такая, машине, такая же машина просто. Ну, извините, мы просто сюрприз. Понимаете, мы сюрприз снимали. В чем будут проблемы вообще? Девушка, ну, правда, мы такая же машина, мы просто перепутали. Ну, извините, Паша, извините. Все, да, до свидания. Ha ha ha!